одной из главных целей нашей поездки и любых наших поездок являются горы. В Корее, в Южной, есть замечательный, интереснейший национальный парк Сараксан. Находится он под городом Сокчо. Он обустроен, обустроены лесенки, обустроены ступеньки. Достаточно все безопасно, очень много приезжает туристов. Но, тем не менее, он милый, небольшой. Хотя есть маршруты и в 10 километров, и в 3, кому как нравится. Горы всегда прекрасны. В Корее есть несколько национальных парков, но самым интересным считается парк Сараксан. Одноименные гранитные горы, окружающие парк, очень красивы и считаются самыми живописными в Южной Корее. В Сараксане есть множество маршрутов, от самых простых на несколько часов до сложных на несколько дней. В парке можно подняться на горные пики, в том числе и на фуникулёре, посмотреть на водопады, спуститься в пещеры и, если повезет, пообщаться с местной фауной. Первым, что необходимо посмотреть в Сараксане, является скала Ульсан-Бави. Путь на нее начинается у храма Синфинса. Рядом с ним недавно построили 18-метровую бронзовую статую Будды. Сама же дорога живописная и интересная. Встречаются буддийские постройки, пагоды и статуи. А на полпути на склоне горы лежит неустойчивый шарообразный валун Хындыльбави. Сегодня мы приехали в национальный парк Сараксан, который находится недалеко от города Сокчхон. И первый наш путь на сегодня – это гора Ульсан-Бави. Гора очень красивая, поэтому не случайно она у нас первым пунктом значится. Но пока идешь на гору, тоже встречается очень много интересных мест. Например, буддийский монастырь, огромная статуя Будды. И это еще только начало. Посмотрим, что идет дальше. Сараксан – это парк в прямом понимании слова. Это вот именно для того, чтобы люди гуляли. Парк оборудован лестницами, скамеечками. Ну, есть, конечно, вот такие скалистые тропы. Но, тем не менее, гуляют люди, наслаждаются природой. Очень мне тут нравится. Несмотря на то, что Корея в основной своей массе – это страна христианская, тем не менее история и традиция оставляют очень много буддийских монастырей, пагод. Они практически на каждом шагу и в Сеуле, и особенно на юге страны, в горах – невероятное количество. Есть монастыри буддийские, очень популярны у туристов, и это больше напоминает аттракцион такой для взрослых. Но есть очень уединенные горные маленькие монастыри, где ты действительно как-то наслаждаешься некой гармонией, которая возникает между природой и вот этими постройками, этими монахами. Какой-то такой трепетный восторг вызвали эти Будды, особенно разбросанные в лесах, в неожиданных местах. Замечательно. А вот и бурундучок маленький.
горы Ульсанбай не дойдем. Тут столько всего интересного. Например, встретился еще один буддийский монастырь. Здесь рядом со статуями Будд, которые находятся на Луне, лежат монетки. Мы тоже решили положить монеточку. Гора Ульсанбави славится своими уникальными очертаниями и специфическими формами. Высота скалы небольшая, всего 873 метра. Существует легенда, согласно которой гора Ульсанбави появилась на юге-востоке Кореи, в городе Ульсан. Однажды Ульсанбави отправился в путь на север в качестве представителя города, но там не нашлось свободного места для такой большой горы, и Ульсанбави отправился обратно на юг искать себе пристанище. Долгим и тяжелым был путь горы, и она решила передохнуть в незнакомом ей до этого времени крае. Край этот назывался Сорак. И настолько он был прекрасен и величественно спокоен, что гора решила, что лучшего места ей не найти, и осталась Ульсанбави в этих краях навечно. Очень живописный трек, живописная гора, прекрасная солнечная погода, не считая того, что мороз дикий. Несмотря на то, что скалы такие вот отвесные, кажутся страшные, подниматься сюда совершенно безопасно, но это же Корея. Все сделано для людей, для их безопасности, чтобы никто, не дай бог, не упал с этой скалы. Вот этот парк, этот подъем с лесенками, с камнями, с перилами, он, ну, во-первых, конечно, все замечательно, безопасно, но он вот для тех, кто боится сам пойти на настоящий трек по каким-то причинам, вот, пожалуйста, можно посмотреть на прекрасные очаровательные скалы, почувствовать немножко высоту гор, ветер холодный, приезжайте в Сараксан. А если кому-то трудно по лестницам ходить на гору, то здесь есть канатная дорога на одной из вершин. Мы сюда тоже приехали. Вот. Сейчас посмотрим, какие здесь есть достопримечательности. Конечно, площадь для гуляния побольше, чем в Ульсанбави. Ветра такого сильного нет. Видим, что вершина популярна у людей. Конечно, красиво. Все везде красиво. Но красивее та горушка, на которую сами зашли, мне так кажется. А завершаем мы день видом на нашу любимую гору Ульсанбави. Она сейчас в закатном солнце, сзади меня виднеется. Какой будет следующий маршрут, мы не знаем, но мы обязательно вернемся завтра сюда, поскольку у нас еще второй день в парке. Парк красивый. Сегодня наш путь лежит к водопадам. Мы увидим два водопада, вернее, пройдем мимо двух водопадов, а один увидим с обзорной площадки. Водопады, правда, замерзли, насколько нам известно, но, я думаю, менее красивыми они от этого не стали. Идем опять по лесу, дорожка прямая, прямая, все деревья голые, так что не знаю, если кому-то нравятся голые деревья, то приезжайте, как мы, в декабре.
немножко понаглели и вышли за перильца. Здесь, правда, нигде не написано, что этого нельзя делать. По туристическим тропам, конечно, безопасно ходить, но здесь намного интереснее. Можно прям по камням побегать, прикоснуться к ручейку, который течет. Этот путь на водопады тем замечательным, что очень мало людей. И как-то так спокойно, умиротворенно, замерзшие горные реки. Мы дошли до водопада Берёнг. Это второй водопад на нашем пути. Первый мы прошли около моста. Название у него очень сложное. Водопад, оказывается, не замерз. Просто он покрыт такой корочкой, что издалека кажется, что он недвижим. А он на самом деле живет, бурлит. Мы переживали, что красота водопада зимой немножко померкнет. Но, слава богу, это не так. Смотрите, какой замечательный. Дошли мы по бесконечным ступеням на обзорную площадку на вид на большой водопад с длинным невыговариваемым названием. Нам немножко не повезло, мы против солнца снимаем и фотографируем, но тем не менее. Особенно экзотической, самой главной достопримечательностью городов являются рынки. На рынках течет жизнь, на рынках она бурлит. И вот в Корее рынки продуктовые либо вещевые, это совершенно не важно, они сливаются в один все везде. Это что-то бесподобное. Отдельной строкой нужно описать рыбные рынки Сокчо. Весь город напоминает один большой рыбный рынок, но есть так называемые сашими-центры, где бурлит эта рыба, пахнет, жарится, варится, парится, подается сырой, как угодно. Это очень колоритно, это нужно видеть. И туристы с удовольствием ходят на рынки, продавцы с удовольствием дают сфотографировать как свой товар, так и себя. Мне кажется, посещение любого рынка в Корее даст массу эмоций, положительных и массу впечатлений. Thank you.
случилось то, чего я так сильно боялся. Нам принесли сашими сырую рыбу. Ну, как-то не знаю я пока, нравится мне или нет. Надо, наверное, как-то правильнее ее есть, привыкнуть. Но зато в традиционном таком, за традиционным столиком сидим корейским. Все как полагается. Это очень вкусно и необычно. Но лучше они ее пожарили, либо сварили. Да я уже съел эту всю рыбу практически. Нам предложили сварить тетерску. Ну, такой горелки. Это было бы изначально, конечно, лучше. Но мы их просить не стали, мы боялись, что нас еще поймут еще в более извращенной форме. Ну ладно, сейчас сварим супчик из того, что осталось. Надо мной все смеются. То я горелку выключу, то рыбу неправильно возьму. В общем, сначала надо все изучить, а потом идти. Но это тоже не гарантирует того, что не попадете в какие-то странные ситуации, как мы сейчас. Ну ладно, под конец вечера немножко поедим вареной рыбки. Что значит традиции? В такой маленькой комнатушке необходимо на полу организовать два, ну как ходить, организовать два спальных места. Дичь какая-то. Традиционный корейский дом, неважно частный это дом, либо вот гостиница, это в основном помещение без мебели. Спят люди на полу, едят также на полу на низких столиках. Вход в помещение с улицы происходит без обуви, то есть это неуважение пройти в уличной обуви, вот, например, в зону, где мы сейчас находимся. Также совершенно другую обувь необходимо надеть, когда вы входите в туалет, в ванную комнату. Таковы традиции, и сначала это несколько удивляет и даже, может быть, напрягает, но потом привыкаешь, не обращаешь внимания и совершенно спокойно расстелено безумного какого-то цвета постельное белье прямо на матрасике на полу. Наше путешествие по Корее подходит к концу. Завершается оно там же, где и начиналось, в прекрасном городе Сеуле, по холоду которого мы уже успели соскучиться. И напоследок мы решили сходить в еще один древний объект города Сеула. Наследие ЮНЕСКО. Называется оно святилище Чонмэ. Сюда ходят также с экскурсиями. Самостоятельно здесь идти нельзя. Но на то оно и святилище. Сейчас пойдем посмотрим. Чонмэ – это самый древний конфуцианский храм Кореи и одна из важнейших религиозных достопримечательностей страны. В храме по сей день хранятся поминальные таблички корейских правителей династии Чосон, 19 королей и 30 королев. Храм Чонмэ неоднократно страдал от разрушений, но его всегда старались восстановить в первую очередь. Ведь корейцы очень трепетно относились к местам, в которых нашли свой покой духи умерших. Главный зал называется Чонджон. Изначально в нем было 7 комнат, каждая из которых предназначалась для короля и его жены. Но в итоге их стало 19. Это самое длинное здание Азии тех времен. Позже комплекс расширили. Был построен зал вечного покоя. Йонин-джон. По всей территории храма проходит священная дорога Синро. Центральная ее часть предназначена для духов, восточная – для живых, а западная – для короля. Попасть внутрь строений туристу, разумеется, невозможно, но полюбоваться на них со стороны и послушать рассказы экскурсовода очень интересно. Последний день решили себя побаловать вот таким вот супчиком
весь отпуск мечтали. Ну, вернее, не то, что попробовать, а попробовать сам процесс, поскольку у нас такого мы не встретим. Вот так вот это делается. В одной части острый супчик, в другой не острый. Мясо вот у нас есть. Варишь, накладываешь, кушаешь. Прекрасный суп, мне очень понравилось. Это очень оригинально, во-вторых, действительно вкусно. Все ингредиенты ты выбираешь те, которые тебе нужно, варишь так, как тебе нужно. Ну, замечательно. Мне тоже понравилось, тем более я этого хотел давным-давно, вот получил. Но я бы добавил хлеба. Не могу без хлеба есть. Наверное, очень домой хочется. С хлебушком было бы вообще все супер. Хочется добрым словом вспомнить и людей, которые живут в этой прекрасной стране, корейцев. Честно говоря, когда мы ехали сюда, мы думали, что проблем с языком у нас не будет. Наших маленьких знаний английского должно было вполне хватить на то, чтобы спросить, сколько стоит, как пройти. Оказалось, все не так. Корейцы на самом деле плохо знают английский язык, а может притворяются, может быть, ну не знаю. Но всегда пытаются тебя понять какими-то жестами, какими-то там указаниями, еще что-то там пальцем показать. Вот всегда улыбаются, не раздражаются, не ругаются. Мы вот сколько времени ходили и по музеям, и в метро, и просто на улице, в магазинах. Никакой ругани, ничего. В общем, очень доброжелательный народ.